28 лет назад, в 1992 году, на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 3 декабря было установлено Международным днем инвалидов. С тех пор ежегодно Ассамблея призывает все государства и международные организации мира объединиться в проведении этого важного дня с целью интеграции инвалидов в современную жизнь общества. С 1 декабря по всей стране и в Ульяновской области проходит традиционная декада инвалидов. Организованы многочисленные мероприятия, направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году декада проходит под девизом «Я, ты, он, она», «Вместе целая страна», «Вместе дружная семья», «В слове мы 100 тысяч я». В стенах Ульяновского техникума отраслевых технологий и дизайна обучаются и работают люди с инвалидностью. Для их комфорта в учреждении созданы все условия для пребывания. Сама я инвалид первой группы, то есть передвигаюсь на инвалидном кресле, и я могу с уверенностью сказать, что здание вполне приспособлено для людей с инвалидностью и ОВЗ. То есть я свободно, самостоятельно могу попасть на территорию, могу войти в здание, попасть в любой кабинет. И в любом кабинете я могу спокойно передвигаться и имею доступ ко всему, что мне необходимо. Берете в руку. И отводите. Вот так вот их совмещаете. Там, где ниточка заканчивается, там ее обрезаете. Однако, вне стен техникума в городской среде проблемы для инвалидов-колясочников все же еще имеются. Достаточное количество зданий не до конца приспособлены для инвалидов, особенно для людей на колясках. То есть это неправильные пандусы, высокие пороги, высокие бордюры. Одной из главных задач техникума является подготовка специалистов рабочих профессий, их трудоустройство и адаптация на предприятиях, а также приучение к коллективной трудовой деятельности. В учебном заведении создан Центр профориентации и сопровождения трудоустройства лиц с инвалидностью с ограниченной возможностью здоровья. Ежегодно в данном направлении работаем тесно в партнерстве с нашими работодателями, социальными партнерами в сфере легкой промышленности, креативного дизайна. Также в рамках тематической декады в онлайн-формате ежедневно проходят коуч-сессии. Основные темы – волонтерство, помощь людям с ОВЗ, здоровый образ жизни и комфортный семейный микроклимат. Это очень насыщенная декада инвалидов, и она, вот, мне кажется, по сравнению с прошлым годом, проходит, может быть, даже в более таком доступном формате, потому что мы выходим на применение дистанционных технологий, онлайн, офлайн мероприятия. Обращение внимания руководителей государств на проблемы инвалидов является важной составляющей социального спектра Организации Объединенных Наций. С другой стороны, хочется надеяться, что многочисленные победы, успехи инвалидов в профильных чемпионатах Обилимпикс и WorldSkills будут услышаны и оценены обществом. Антон Никонов, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ.